27 молодых многодетных семей из Тверской области получили возможность улучшить свои жилищные условия. Торжественное вручение соответствующих сертификатов прошло в стенах регионального правительства. На церемонии присутствовал губернатор Игорь Руденя. Он отметил, что поддержка молодых семей – одна из приоритетных задач для федеральных и региональных властей. Совсем скоро годовалый Ваня сможет вот так бегать уже по своей просторной квартире. Семья Гангурян из Удомли получила возможность улучшить свои жилищные условия благодаря действующей на территории Тверского региона федеральной программе поддержки молодых семей. Сейчас Алла с мужем Юрием вынуждены ютиться в маленькой двухкомнатной съемной квартире. Однако в планах у семьи приобрести жилье куда просторнее. Это удастся сделать с помощью сертификата, который молодой семье вручил глава региона Игорь Руденя. Сертификат, который мы ждали долго, мы, конечно же, с помощью этого сертификата приобретем жилье, большое жилье для всей семьи. И поэтому сегодняшний день, конечно, мы ждали с нетерпением, дождались. Вместе с Читой Гангурян сертификаты на улучшение жилищных условий получили 27 семей из Вышневолоцкого, Балаговского, Кимрского и других районов Верхневолжья. Многие из присутствующих в зале семей – многодетные, воспитывающие троих и более детей. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, именно такие семьи являются опорой сегодняшнего общества, продолжателями традиций прошлых лет. В этих многовековых традициях гарантия сохранения и преемственности поколений – залог развития нашей страны. Не случайно президент Российской Федерации Владимир Путин объявил поддержку семей, рождения и воспитания детей высшим государственным приоритетом. Глава региона подчеркнул, что сегодня на территории Тверской области реализуются беспрецедентные по масштабу меры поддержки молодых семей. Так расширена программа материнского капитала, введены новые ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, а при рождении ребенка семьям вручаются наборы для новорожденных. Кроме того, в рамках программы обеспечения молодых семей жильем предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения или усыновления ребенка в течение года после приобретения жилья. Наша задача, чтобы родители ощущали поддержку государства с первых дней рождения детей. И мы уверены в том, что вы сможете вырастить достойных детей, поставить их на ноги, дать хорошее воспитание и образование, и, конечно же, иметь достойные жилищные условия. Всего в этом году жилищные сертификаты получит 191 семья из 33 муниципалитетов. Это позволит улучшить жилищные условия 710 человек – детей и их родителей. На эти цели из регионального, федерального и местных бюджетов направлено около 126 миллионов рублей.